Короче, вы здесь пришли узнать, что за гонка. А те, кто внимательно уже посмотрел, это будет Need for Speed World, который официально закрыт. Ебать. Это Need for Speed... Алло, дебилы. Ты не обзывайся, даун. Вау-вау-вау-вау-вау. Это не пойму, Жожа или кто это? Да, это Вонючка. Я гомосексуалист. Заткнись. Ее, пацаны, ностальгия. Я вот, между прочим, в этой игре рос. Я в нее даже донатил. Значит, это моя машина. Все, я захожу. Короче, я решил себе додж взять и не париться вообще ни о чем. Я не знаю, сервак выдержит ли вообще народ, если они сюда придут. Нет, это не Волф, чуваки. Это фрирум какой-то в клиенте Electron Lounge. Я даже не знаю, как сервак называют. Надо админа встретить. Но я думаю, он сейчас зайдет. Короче, в чем прикол? Здесь есть эксклюзивные тачки, которые портом вообще были добавлены сюда. Так что как-то так. Но это ММО РПГшка в виде машинок. Блять, это тост испалил, сука. Слушайте, вообще конченый человек, нет? Вот. Че ты орешь? Алло. Хай, Вася. Алло. Мы в НФ. О-о-о-о-о-о, тихо, Челикс какой-то. Ого. А, ты написал? Пиксель, по-моему, Пиксель, это админ как раз, да? А, нет, это Миша. Ни хрена он уже тачку поднял себе. Я не то чтобы фанат маслкаров, но мне они максимально нравятся. У меня такое ощущение, что машины просто пошли не в ту сторону вообще. Брутальность — это вот, например, додж вот этот. Вообще додж любой брутальный. Какого уровень? Еще вот Джорджо. Джорджо, ты на чем ездишь? Погоди, у тебя, по-моему... Я на... Понтиак у тебя, по-моему. У Джорджо тоже прикольная тачка, мне нравится. Не, она... Здесь в чем прикол? Даются тачки на выбор в самом начале. Вася выбрал что? Сирока. Вася на Сирока, я выбрал додж. Дрейк на Сливе. Дрейк на Сильве, а Жожа выбрал Пантиак. Короче, мы на всех разных. Так, все, мы все в лобби? Да. Тогда давайте телепорты друг другу сделаем. Телепортнул все. Ну кто это, даун? А мы прям на тебе появляемся. Там можно на ник. Пиздец, что это, Дрейк? Нормально он упал, Вась? С неба просто такой свалился. Вот эту, наверное, давайте вот эту. Правит? Да, правит матч. Вася вовремя принять. Инвайтнул. Там угорают, это, блядь, переводчик. Мы с нитро или без? Да, мы со всем, что есть. Блядь, а какой у вас этот рейтинг? У меня C475. У меня D366. Дрейк, прости, ты будешь самый последний. Блядь, да вы охуели, вы играли, блядь. В смысле? У меня 340, все нормально, не ссы. У меня 212, блядь. Вы видели его скорость и ускорение вообще? Вы посмотрели вообще, что там у него по угарчику? 153-172, держу в курсе. Ты меня взъебешь, что я... Первый раз получилось! Так, все, я поехал. Пиздец, блядь, я реально въебу последний. Нет, я так же не заморалюсь, если я, блядь, Дрейку проебу, это, конечно. Так, окей, я вроде бы еду первый, странно. Главное, что у меня все блюрит от скорости уже. Так, держу в курсе. Вася, куда ты летишь? У тебя сейчас с какой скоростью едешь, Орлан? Неважно. Неважно. Пацаны, ловите ляпуса! Вова, я тебя в жопу дышу. Да кого, смотри, ухожу уже от тебя. Так, это что? У меня в откате. У меня в откате, тихо. Я шилд сделал. Отдыхай. Тут машин нет, кстати, я что-то заметил. Так что зачем ты на меня магнит повесил, непонятно. Погодите, а какой у нас... Ай, тут только первый круг, алюн, заканчивается. Блин, мне показывает, что я первый. Я, наверное, выиграю. Но у меня показывает, что я первый. Мне тоже, блядь. Все первые, чуваки, все довольны, успокойтесь. Девочки, мы с ними первые. Блядь, я забыл харбушки отрезать от хлеба, пиздец. Харбушки. Харбушки. Знаете, у сэндвича есть, типа, у сэндвичного хлеба вот эти вот неприятные корочки есть, их забыла, блядь. А, по бокам, ну... Все, я первый, работяги, вы где? Я доехал. Так, чуваки, какую карточку из пяти? Так, большинство за третий, окей. Чё? Ультра-энджин! Ультра-энджин, двигатель! А я двигатель только купил, кстати. Оу май, все, тихо, я иду. Да опять этот чёрт! Слушай, это, по-моему, Макларен. Отдыхай! Вот поэтому и надо тут коллизию отключать, а в гонках наоборот включать. Engine. Тут какой-то школьник ездит, всех таранит. Давайте, короче, может быть, от ментов поуходим повеселее. Да не надо. Эти, у кого МК 3? Магнус какой-то на МК 3. Магнус админ, да? Кто знает откуда? Здорово, спасибо, что зашел. Видимо, да. Да ладно, я обещал же, как бы. Вася, я поставил топовый движок, если что, на себя. Да блять! Подвинься, Вася! Да блять, что? Да что ты сделал? Давай, 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 давай! Я еду, все. Давай, Жожа, пошел. Тарань! Куда нахуй? Мы должны командой, если что, выиграть. Мордой встал. Хорошо. А нам просто уйти надо, что ли? Тут нету. Блять, и на шипы, блядь. Меня поймали, девочки. Мы с ней пойманы. Тут менты в ворлде вообще дикие просто. О, вот финиш.
Нет? Прошел? А, я прошел финиш, но это не финиш был, я так понял. Фу, я один доехал. А, мы все. Не, Жожа поймали просто. Не поймали его, не поймали. Нет, не поймали. Жать, тебя не ловили? Нет, его ловили, не просто. Но не, видишь, Вася, мы смотри внимательно. Мы с тобой первое, второе место. Он приехал первым. Какой из этих? Вторую, ладно. О, номер пиздатый выпал. Блин, скилл выпал. Найс. Опять! О! Куда ты? Ну пиздец, блядь. Алло, там срезать можно нормально, не провафлитесь. Я провафлился. Я провафлился. Я тоже. Все, хорошо, пацаны, все трипла, хорошо, поехали. Пацаны, хотите ляпуса? Пацаны, правее держитесь, аккуратней там, вот Вову раскинул говно. Правее, блядь, правее. Правее держаться надо. Ага, правее. Если хочешь, можешь левее держаться. Дурак. Дурак. А Хес, кстати, не вспомнил, откуда он такой, чё. Блин, так неинтересно, я чё-то впервые их качался и в итоге... уёбок, куда ты вырулил, блядь? Надо машину, наверное, обычную какую-то взять, вторую купить. То я уезжаю куда-то вперед. Ну это легчайшее, пацаны. Четвертое, ладно. Рану ну шнур. Да, просто. А чё под игру подкручено? Я говно выбил. Это 3-2-2 со стороны админа вообще было конкретно. Денег занесли. У пацана 99 уровень, очень как любил. Бы. Блин, чё, на чем он ехать сейчас будет? Смотрите, на чем он едет. Я не могу на него тыкнуть. Это что такое вообще? Это Феррари, Вась. Оба! Получилось? Я себе! Направо! Налево! Налево. Блять! Сюда, вырубил. Куда вы поехали вообще? Не надо правее брать лучше, там пиздец засада. Слева. О, чё? Блять, тут свои! Жожо, блять! Меня сейчас арестуют, дурак! Что ты делаешь? Гернаут прожался, ты шо этот, блять. Ой, блять, я лицо! Чё происходит? Спрыгивай здесь, Вась! Угу. А, ну это тюрьма. Чёрт! А, ну да, ну да. Кто-то, блядь, в этот мастон тут не гонял. Так я гонял, наоборот, тачка какая-то отпрыгивает. Ну да, то... Фу. Какую? Первую. Да давай. Блядь, там что? Пацаны, мне опять двигатель работяги выбили. Дай или мне? Можем, да, реально, дай нам, блядь. Я не могу. Давайте визуал, может, тогда тоже поправим, пока там Дрейк. Скажешь, когда выйдешь. Я пойду с пацанами поправлять кастомизацию. Мне какого цвета? Вот вообще пушка, нет, вот такой прям оставить. Это перл. Занизить можно, у меня денег не хватало. Ну ладно, я тогда оставлю вот это. Я тут, всем привет. Хай. Вот как раз благодаря этому человеку мы и играем сейчас тут. Всем зрителям привет. Необычное приветствие. Всем зрителям привет. Сейчас поточнее скажу. Зашел, понял. Нормально? Чине, или может второй левел? Стейдж 2? Второй лучше. Короче, выбирайте 2 или 3. Слушайте, я, наверное, все-таки на третьем останусь левеле. Давайте, номер, запускайте, кто там. Вася, сейчас ласточку заценишь, я ее занизил. Тик Airbnb, серьезно, Вась? Ты где его нашел? Ну, мне выпал он. А у меня, видишь, у меня таз. Он такой охуенный, он это самое. Корчевый такой какой-то. Смотри цвет на тачке моей, Вася. Это да. Он как бы фиолетовый, но черный. Сколько такой в реальной жизни стоит цвет, интересно? Ебать, но я полетела. Блядь, как вы так стартанули-то, ёб? Я постоянно, три раза подряд охуячит. Ну, наверное, из-за этого. Ну, нормально, на М3 полетел. Какой давайте админа выгоним отсюда, пошел в жопу. Давайте на него перки закидывать, пусть сидит там, отдыхает. Давай, Жужо. Что за рогатка? Когда посмотрел на свою девушку, что за рогатка? Да, Дрейк. Конечно. Вот меня радует очень сильно. Жожа, ты помнишь, как ты на меня выебывался вообще? Нет, он короче, он на меня выебался, мне потом выпала коробка передач, там, ультимейт, и я его делать начал, он сразу лицо закрыл. Я вторая. Чё ты вторая, ты первый. Приехал второй. Ты первый приехал. Так, какой, а, стоп, чего, я типа первый, мне золотую карточку дали. Ты первый, да, блядь. Так, какую карточку? Я третий. Ну, большинство, пятую, давайте пятую, ладно. Опять, блядь, что-то ему... Ультра Энджин. Чего, блядь? Уже третий раз мне Ультра Энджин падает. Ты ебёшь, реально. А, ну он я говно. Большой... Вась, а он чё, говно. Все, забейте, я продал двигатели, они какие-то говно. А вы что, начали уже? Да. А чё, ты не зашел? Выйдите, а то я это самое... Ой. А кто такой Кенни? Это новенький? Нет. Короче, Кенни, здесь ники еще можно крутые придумать, потому что никто не занял еще. О, все, я загрузился с Дрейком. Дурак. Дурак. Сосать, ложку сосать.
Корви, ты, алло! Ой, блядь! Чё за пиздец? Мы хотели жёсткую погоню, вот держите. Бля, я вообще не столкновение этих. Слева объезжайте дальше. Вася, мне так нравится, как они лагают тут. Вы, блядь. Ой, все, все. Ну нахуй, вообще не понимаю. То, блядь, было 15 тысяч километров, стало, блядь, 6 миллионов, нахуй, километров. Потому тебя поймали, все. Тебя поймали, ты проебал, все. Ну а смысл-то... Ну это баг, Вась, ну ёб твою мать, блядь, официальный проект закрыт. Ты больной или чё? Это чувак один на коленке делает клиент. Спасибо, что кататься можно, как говорится, блядь. Все, понятно, блядь, сгорел, давай. Не знаю, я с кем-то еду, я доволен. Еду сзади. Да, конечно, по-моему, подал там 5 звезд, блядь, конечно, доволен. А кто тебя виноват? Возьми сам открывай. Затащил. Потею. Доехал. Потею. Запотел, блядь. Сосать. Не, жестко что-то прям вообще. Это самое жесткое? Да. Ебать. Деньги 168 тысяч, блядь. У! Чё? Чё-то мне бонусов до хрена капает. 42-й левел, блядь. Чё? Какую? Вторую, окей. Бля, радар. Давайте, короче, еще что-то нормально дало. Ебать, такую же ты хочешь? Да, нормально, надо бабла подфармить, новые тачки купим себе. Давайте три раза сыграем ее и по тачке нормально купим новый. Васю пригласил, все, я всех пригласил. Короче, Вася, понял, нужно задачи вообще ни разу не попасться, и тогда зафармишь до хрена опыта и денег. Сначала говорят то, что, блядь, нужно смотреть, сколько расстояний нужно проехать. Я смотрю, там 7 миллионов километров, ну пиздец, сейчас, блядь. Похуярю по экватору, блядь. Давайте где-нибудь сейчас соберем народ, чтобы они туда подогнали. Погоди, Вася, я посмотрю хотя бы, сколько людей приедет. Ну давай, Централ Кост циркует, правильно? Ёб твою мать! Ой-ой-ой, блядь. Ой-ой-ой, отъезжай сразу, отъезжай. Они могут отъехать. Пиздец. Пиздец. А если в них тараном лететь, они разъебашутся? Да. Пишет то, что у тебя сервак лежит. Да. Чё происходит? Тут народа столько на одинаковых машинах ездит. Чё вы делаете? Алё, отстаньте от меня. Да пиздец, я не могу уехать, блядь. Алё, я не могу уехать с места. Ну, банить кого? За что рано? Что, скажи, на машинах мешают ездить, будем бан сейчас давать. Блин, слушайте, так прикольно здесь. Давайте где-нибудь еще поставим метку, Вась. Рекпорт, рекпорт. Пацаны, развивайтесь, что вы катаетесь тут туда-сюда? Развивайтесь, вон, на гонках участвуйте. Да не, я думаю, тут чуваки задонатят уже. Донат есть, но это через PayPal, сразу говорю. Тогда ладно, никто не задонатит, говорит. Донатов не будет. Донат через PayPal, вот это жесть, извращенство. Вась, нам нужно быстрее, чтобы... Давай без Дрейка тогда, ладно. Да запускайте, да, я, блядь. Потому что мы сейчас уже по тачке новый купим, пока он там заходит. Я не знаю, вы согласитесь, но там с нуля опять придется начинать. Миша, когда ты хмуришь, у меня скиски. Так, вы зашли? А что он сказал, Вась? Говорит, Миша, когда ты говоришь, у меня остаются соски. Миша только зашел, а уже троллют. Этот, помнишь, когда он только зашел, аж ему микрофон пукнул? Не помнишь этой хуйни? Неадекваты вы, конечно, пиздец. Жду, когда пукнешь и обосрешься. Г не будет, не у меня, г. Это что? Мне тут нехуй делать, блядь, я пока... Включи, сука! Алло! Фу! У меня ж харча выскочила. Включи еще раз ГГ вот этот. ГГ не будет, и у меня ГГ не будет. Чё за ездец? Таджикистан! Ну потому что... Чего? Мне 435 кусков дали, пацаны. Чего ты, блядь? Клянусь, тут так и написано. Это да. Говорят, 3. О, номер выпал. Говно, правда. Так, сколько у меня денег? 800 тысяч. Мне не терпится сыграть, правильно. Дрейк не кончает, потому что он терпит. Но, а это что, плохо, что ли? Какой-то странный подъеб. Слушайте, но... Я отвечаю, еще одну гонку я ее, наверное, сам начну. Где она была? О, я с работягами, кстати, играю сейчас. Ой, бля.
сюда! Поколоко! Что тут за пиздец происходит? Уйди! Даун! Я проебал из-за долбоеба. Боже, там просто бот выехал. Все, я уже не получу много бабок. А я почти дошел до конца, кстати. Фу, что там, мне дали что-нибудь? Должны что-то дать. Да должна кнопка Next загореться сначала. Ну, с чем блин, все перегрузили. Ой, вылетел. Ой, вылетел. Ой, бля. Ну все. Спорим, я сейчас зайду. Ты выведи на экран на рабочий стол, блядь, с твоей попыткой. А меня просто с авторизацией выкинуло что-то. Так что это. Что делать? У меня логин не работает. Все, не работает ничего, пацаны. Отдыхаем. Спасибо, сегодня. Красава. Гейм стартинг! Так, сейчас. О, у меня тоже слышно. А, блядь. Ты за что? Это даун пердит, блядь. Я зашел. Микрофон нормальный. Классно, мы всех наебали. Мне надо, короче, поняли, еще две гонки вот таких пройти, мы с вами идем тачку нормально смотреть. Дудосию, суки. Сейчас пускай World of Warcraft сейчас подудосят, кстати. Не надо ничего дудосить. Вообще не играйте нигде. Выйдите. Да. Дайте мы поиграем. Просто смотрите. Я сам хочу поиграть. Слышь, погоди, у меня пока создание идет лобби, понял? О! Принять! Погнали! Ой, ебать! Сейчас, у меня пока машины нет. Гонка начинается через. А, вот. Хорошо, а машина где? А у меня просто пустое место в гараже! О, появилось. О, все. Да, все, вдвоем должны пройти. А, полицейский уровень. Может, ментов не будет, слышь? Да, удачи. Они на месте стоят, дядь. Нормально, едем. Не-не-не-не-не, вон стоят на месте. Блядь, я уебався. Блядь! Нет, зачем, блядь? Я ж не пержу, блядь, него, как Жожа, нахуй. Я только перк прожал, вот это вот за секунду до, видишь, Вась? Ты что, вылетел, блядь? Да, я вылетел. Блядь, game exited из... Поиграли девочки, блядь. Так, сейчас спрошу, скорее всего... Да не спрашивай уже, похуй. Тихо. Все, ребята, стрим... Через 10 минут. Стрим заканчивается, вот, не будем играть больше в Need for Speed, идите спать, все. Розыгрыша не будет, все, пока. Да, все, пока. Я типа звук вырубил, по. Я там черный экран. Ебать, там полчата сейчас, блядь. Блядь, я микрофон свой вырубил. Да ладно, это ж минутка рофла, алё. Ну все. Я, Паш, ГГ будет 10 часов, так... Слышите, чё? ГГ будет 10 часов сделано, вы прикиньте? Братишки, что ГГ сегодня будет? Ну все, значит, сервак, вы еще раз его свалили. Я это, слушайте, а может быть мне устроить челлендж стрим, где я 10 часов это смотрю? 4 часа. Ты умрешь. Типа все будут сидеть со мной, я буду это смотреть 10 часов, ты понял? 10 часов. Вова, сделай это стримом для подписчиков. Охуенно. Вот это ты придумал, Вася! Ебать, для сабов смотрю 10 часов, ГГ не будет. Дрейк, врубай. Что? Вот эта штука, которую ты с ГГ сделал, смешные, смешнее всего вообще. Подожди, у меня есть вот это. ГГ! Нет, вторая версия лучше. Вторая сейчас. ГГ не будет, у меня ГГ не будет. Какая там, как даун в середине начинает разговаривать? ГГ не будет! Юмине, блядь! Пацаны, сейчас будем кайфовать. Поехали, что мы можем купить? Астон Мартин. Я по красоте машину выбираю. О, V12-ка как у Бонда прям. Ашка первая. R8. LMS туп, ебать. Эска пятая. ТТРС купе. Континенталь. Слушайте, знаете, когда рядом с такими тачками, как Бентли, ТТРС-ками, там, я не знаю, R8-ми стоит BMW, это просто говно какое-то. Ну, я не хочу бы. Мне кажется, Audi пизже.
Я когда Volks брал, я какими вообще темами пользовался? Чтобы безрамочные двери и чтобы никто не ездил на таких практически. На таком Васька делать будет вообще топово. Сука. Слушайте, Challenger концепт я вот пока выбрал себе, присмотрел. Неплохо очень, мне нравится. Бля, вообще топово на таком ездить будет. Да на Хаммере ты не вывезешь, блядь. Может, Cherokee SRT себе взять? Ну это школьники всякие вот эти вот машины будут брать, Агера там вот это вот, Кёнигсеги. Авентадор. Мне кажется, это нереальная машина, ее не существует. Ну ее вели. Во, понятно. Вот такая у меня была Мурса. Вот она моя! Моя! Я ее покупал за 600 рублей. Нахуй отсюда, блядь. Охренеть, я в музей как будто пришел. О, пацаны, вот это лучше, да? Панамера. На черном Панамера. Так, все, мы все посмотрели. Мы все посмотрели. Чем, блин, будем брать? Я не то самое. Поджам или Skyline, может быть. Блять. Ой, я вовремя таран включил. Вот этот неплохой, мне нравится. Я вот тоже думаю, Muscle Car какой-нибудь, но они все какие-то говно здесь. Во, всё? Пацаны, вот это беспроигрышный вариант, на самом деле. Но я не смогу на него перенести что-то. Или взять Авенту, которая у меня была на донате. Короче, эту штуку, я на нее денег пиздец как потратил. 600 рублей для меня кровных. Это было очень дорого. Я такой, типа, что? Вот. Это моя. Все, поехали.